Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня города и годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков традиционно начинаются на площади Свободы. Здесь у памятника освобождения брестчане и гости города отдают дань уважения и склоняют головы перед теми, кто защищал нашу родину. Почтить память павших героев и возложить цветы пришли руководство города, представители дипломатических миссий, ветераны, члены общественных организаций, молодежь. Я недавно совершенно случайно посмотрел на календарь и обнаружил, что я нахожусь на гостеприимной Брестской земле уже фактически 20 месяцев. 20 месяцев – это полтора года. Но за это время я почувствовал себя, что я нахожусь среди родных, близких и хорошо знакомых мне уже давно людей. Это действительно так, потому что здесь я ощущаю себя как дома. Наши отношения, я имею в виду межрегиональные отношения субъектов Российской Федерации и города Бреста, успешно развиваются. Об этом свидетельствуют последние индикаторы экономической активности области и российских субъектов федерации. Я искренне желаю брестчанам хорошо отметить нынешний праздник, День города. Всем брестчанам мира, добра, благополучия, новых творческих, трудовых свершений, счастья и, еще раз повторюсь, мирного неба над головой. От фашистского режима 28 июля 79 лет назад город над Бугом освободили войска 1-го Белорусского фронта в результате Люблинско-Брестской операции. Этот день впоследствии стал днем возрождения и перерождения города. Нынешний праздник проходит под лозунгом «Любимый Брест». И для каждого участника торжества город занимает отдельное место в сердце. Тот город, та крепость, которая здесь находится, они начали ковать победу еще в 41-м году, 22 июня с 4 часов утра. За это я, как пограничник и как гражданин Белоруссии, житель Бреста, и люблю этот город. С этим днем, днем освобождения Бреста и Брестского района, я хочу поздравить всех жителей нашего региона с этим великим праздником. С Днем Победы вас, товарищи! С Днем Освобождения! Я как приезжий из Малориты, живу в общежитии у нас в техническом университете. Для меня Брест сразу стал домашний, хороший город, любимый. Пожелать, чтобы он оставался таким же домашним, чтобы он расцветал, чтобы он был еще лучше. Герои не умирают, они живут в наших сердцах и будут всегда оставаться символами мужества, стойкости, бессмертия. Площадь церемониала в Брестской крепости Герой – еще одно место силы брестчан. Здесь также прошла церемония возложения цветов в память о жертвах Великой Отечественной войны. Минута молчания и оружейные залпы – как символы боли за прошлое. Мы помним, что наши деды и прадеды не жалели своей жизни, чтобы наш город и страна могли жить в мире. И эта память не имеет границ. Ежегодно тысячи человек несут цветы к вечному огню Брестской крепости, и зачастую среди них иностранцы. К нам приехал мой двоюродный брат Сергей из солнечного Татарстана со своей дочкой Полиночкой. Мы всегда мечтали, я всегда мечтал посетить город. Я первый раз у вас в городе. Я, честно говоря, поражен вашим сердцем города, это Брестская крепость. Я хотел показать своей дочери, где это все началось, где вся эта беда началась и как она в наше время еще где-то она продолжается. Я думаю, она закончится. И парад воинских подразделений Брестского гарнизона как символ преемственности поколений и знак того, что наше мирное небо под надежной защитой. В этот день, помимо памяти, хочется поздравить еще с Днем освобождения Бреста, пожелать всем здоровья, любви, терпения и всем нам над Брестом любимым мирного неба. А это, наверное, основное.
А воевать мы будем на рабочих местах, как говорит Александр Григорьевич. Василина Войтович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.